Рассказываю, как креативно и безопасно сделать чучело масленицы и его сжечь. Строго пофиг, что на эту тему говорят священники. Русская культура образована как христианством, так и язычеством. Масленицу мы делаем из салфеток, из травы. Задача, чтобы она горела экологически чисто и безопасно. При этом трава нужна, чтобы она все-таки подымила. Мы же это будем снимать на видео. И нельзя масленицу очень туго стягивать, иначе она будет плохо гореть. Вокруг палочки все это дело навязываем. Голову такую делаем. Тело делаем. Связываем все это нитками. Руки делаем вот таким вот образом. Заодно шею скрепляем. Все нитками связываем. Можно из салфетки ей сделать белый платочек. В общем, вот у нас получилась такая масленица. В меру уродливая, гендерно-нейтральная и пофиг. Исключительно из бумаги и из травы. Палочка такая, чтобы ее воткнуть в снег. Идем зажигать! В общем, у нас сегодня масленица, и мы сжигаем вот это чучело масленицы. Мы выбрали солнечную горку в саду, заснеженную, там, где от нее ничего точно не загорится. Мы хоть и пофигисты, но на технику пожарной безопасности пофиг не бывает. Ключ на старт! Зажигание! Зажигание! У нас только один дубль. Гори, гори, ясно, ясно, чтобы не погасло. Много пофиг на все, мягко пуфики для всех. Давай еще раз. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Строго пофиг на все, мягко пуфики для всех. Масленица и пофиг. С масленицей всех. Всех с масленицей и пофиг. Всех с масленицей и пофиг.